Первое место. Мисс Фитнес Доза. Один год абонемента Фитнес Дозу получает девушка под номером 10 Самохвалова Алена. Clubul Fitness Doza 5 a sărbătorit 3 ani de la lansare. Cu această ocazie a fost organizat concursul Miss Fitness Doza. 12 tinere au avut șansa să demonstreze juriului și publicului prezent în seara de 21 mai la Sky Bar că merită acest titlu. Alena Samohvalova a fost aleasă câștigătoarea concursului. Занимаюсь художественной гимнастикой, я тренер по художественной гимнастике. И решила как-то немножко пойти по этому направлению и пошла в фитнес-дозу. Нет, я часто мой самый-самый первый выход, это мой первый конкурс. Tinerele participante, toate parcă trase prin inel, au defilat în fața publicului în rochi de seară și au purtat costume de sport. Pentru a dovedi că merită cu adevărat titlul de Miss, fetele au susținut și câte un test de inteligență. Participante pe scenă au intrat și mai mulți copii. Îmbrăcați în costume de sport, toți au defilat ca pe un adevărat podium de modă. La final, clubul Fitness Doza și-a premiat cei mai buni clienți și angajați. Fiecare a obținut și câte un premiu special de 1000 de lei. Решила первый раз организовать конкурс Мисс. Это очень масштабная работа, очень тяжелая, но оно того стоит. У нас девочки были все очень красивые, они достойно вышли, достойно себя показали. Все девушки получили титулы. Вторая вице-мисс и Мисс Фитнес Доза 2015. Они выиграли главные призы. Это 3 месяца абонемент, абонемент на 6 месяцев и годовой абонемент – главный приз. У нас был сначала сот кастинг, там было примерно 40 девушек, из них мы отобрали 25, и из 25 мы отобрали 12. У них 3 года фитнес-доза 5. Мы их поздравляем, желаем развития и больше клиентов. И, конечно же, организовывать больше таких мероприятий, посвященных красоте, спорту, здоровью.